И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Минер. И сегодня я покажу, как пиариться ВКонтакте, Инстаграме и как пиарить канал Ютуба, то есть лайки и подписчиков. Тут все очень просто, как и на с небес. Выполняю задание, то есть, не люблю комментарии. На телефоне неудобно. Сейчас написал даже вот так. Так, вот, выполнять задание с лайками. Вот. Поставьте мне нравится на эту фотографию. Поставлю. Вот, у меня здесь на 2 балла. На эти 2 балла я могу заказать пиар себе, вот, к примеру, канала на YouTube. Новое задание, что я тут не вижу. Куртка. Стоп. Копируем ссылку. Сейчас даже пофиг обмен. Так. Два балла можем сделать. 5, потому что тут еще проценты. Два, пять. Создать. С вашего счета 11 баллов за размещение задания. Мои задания. Задание YouTube. Вот уже один человек даже подписался. Итак, я себе накручу там, не знаю, подписчиков 1100, потому что тут есть бот, но он платный. Сейчас. Вот. Бот. Ссылочка на этот сайт будет в описании. Начать выполнение. Так можно его просто включить. А так я еще, наверное, зарегистрируюсь в Инстаграме, чтобы включить вообще на все бота. Вот. Так, нормально, смотрите. У меня уже опять 11 баллов есть. Контакт нам не нужен вообще. Вот YouTube нормально.
Спарт. Все, задания для выполнения кончились. Не 18 баллов у нас. Новое задание. Так, мы опять YouTube. Подписчиков. Ссылка. Ставить. 2 балла. 8 человек. И опять. Посмотрите. Сейчас посмотрим, сколько у нас подписчиков. Но на самом деле сейчас не покажет нормально. Вот. Покажет 12. Да. Не знаю, где покажет нормально. Должно точнее показать. У меня руки. Должно тут. Нет, не показывает. О, у меня 146 просмотров. Ребят, смотрите. Хорошо, хорошо. И сейчас уже накручены подписчики. Просто еще YouTube не обновился. И я повторяю, ссылка внизу на описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.